я ушла. Во сколько? В 11? Нет, полпермного. Да здрасте. Сказали полпермного. Нет, в 11 ушла от меня. Нет, в 11 это люди. Я уснула. Это мне сказали спать. В 11. Нет, в 11 ушла. Все-таки у меня заболело сильно горло. Сейчас буду полоскать, не пойму, поеду на работу, если не поеду. Если не поедешь? Место преступления там. А если поедешь, я с тобой. На работу со мной поедешь. Угу. Вот эти самые пижамы. Я не понимаю, я проболела, все прошло, проколола капельницы, все анализы чистые.